Я рад приветствовать блуждающих по подвалам на канале Дамаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием The Binding of Isaac Afterbirth. Ну что, дорогие друзья, давайте еще раз попробуем. Опять, наверное, я пойду за Лазаря. Ну что, мы не прошли, надо еще раз попробовать. Может, получится. Все-таки хочется пройти. Пройти и дать по лицу. Какой-то опять этот вонючий лук. Что за жесть? Почему мне так везет на этот лук? Единственный плюс лука, наверное, что я могу сквозь объекты рыгать. А так-то он, конечно, ни о чем. Ну и рот у тебя, конечно. Уродливая ты скотина. Лазарь. Ломай! Зарыгивай до смерти. Да ты не бойся. Я только раз поцелую тебя и все. Мой поцелуй спасает. Смотрите-ка, здесь две двери. Давайте в одну из них зайдем. Где это? Что, магазин? Не угадали. Еще там есть одна дверь. О, десюнчик. Вот туда, на ту дверь надо ключ. Там наверняка либо библиотека какая-нибудь, либо что-нибудь, ну, очень полезное что-нибудь. Бежим, 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 бежим. Вот так вот. Ну, типа я так и хотел. Сделай вид, что я так и хотел. Не смей на меня нападать. Что себе там? Не получает меня людей. А смотрите, от него отлетают патроны. Мои рыгачие патроны. А как я тебя убью, скотина? Умри! От него все отлетает. Да сдохни просто. Мои патроны слишком слабые. Так, ну что, валим. Валим, ищем секретку. Ключа нет. Секретка может быть здесь. Может, там еще бомба будет. Да, отстой получается. 10 монет ни туда, ни сюда. И плюс ко всему нет ключа. Ну давайте посмотрим, может, в магазине есть ключ, кстати. Я что-то не посмотрел. Может, в магазине продается ключ. Мне только бомба продается. Давайте бомбу купим. Угу. Так, это... Пью-пью-пью, я понял. А это... Книга, которая раскрывает секретки, да? Ладно, давайте книгу тогда лучше возьмем. Что-то мне тут вот... Выстрелы вот эти паранормальные совсем не подходят. Причем, кстати, заметьте, смотрите, сколько надо комнат пройти, чтобы... Чтобы нормально можно было проюзать эту книгу. Восстановить ее. Мне кажется, это ошибка много для того, чтобы узнать, где секретки находятся. Да, лук, конечно, это вообще не лук. Нюхай мой вонючий рот! Он, наверное, там не только секретки, он, наверное, рассказывает вообще все важные, да, места, которые находятся вообще на карте. По-моему, тогда он открывал мне, где босс, где золотая комната, где магазин. Как-то я долго его убиваю, вообще жесть. Когда ж ты нарвешься, скотина, сам же на свои удары? Вот так вот. Допрыгался, прыгун. Так, давайте посмотрим, что же поменяется. Опа. Что поменялось, что поменялось? Все приросло.
Ничего вроде не упало, все приросло. А это уже хорошо. Погнали отсюда, да? Да? Да-да-да? Да. Все нормально. Пока все хорошо. Сейчас сразу прожмем. Ага. Прожимай. Что нам стало известно? Так, две секретки нам открылось. Значит, все-таки секретки. А, у нас ХП уменьшилось. Одна единица ХП упала. Бомбочка. Я бегу к тебе, секреточка. На-на-на-на-на-на-на-на. Мне сейчас все получите. Смотрите, теперь я, получается, опять же, не рыгаю уже, а... Из глаз у меня летят эти вот штуки. Хороший предмет. О, тут нужно просто бомбу взять, смотрите. Ха-ха, лоханулись. Ну давайте тут тогда взорвем. А чё бы и нет. Или нет, не будем. Нет, давайте не будем, там у нас две секретки же. У нас же две секретки. Так, а, ну да, там синее сердце. Да убей ты его. Так, давайте зайдем. Что у нас тут? О, какой-то мега ключ. А, 99 ключей, да? Я ж ничего не путаю. Я ничего я не путаю. 99 ключей. Да мне ваши ключи теперь, да фили, я могу их тратить куда угодно. Так, пятюнчик у нас всего лишь денег, но, блин, нам только синенькое сердечко покупать с нашими-то деньгами. Может, там торгаш какой-нибудь есть? Не-не-не. Я думаю, может быть, знаете, торгаш, который торгует за ключи. Так, хватит мне ключи давать. Давайте мне лучше бомбы. Бомбу дай! Тут же говно, а? Бомб нету. Что же делать-то? Вот так, может быть, сделать. Не знаю зачем, это так просто я сделал. Так, ну пойдемте вот в эту комнату туда. Бам! Давай, ты тоже, психани. Бомбу! Да что мне подсовываете, всякую фиговину. Воу-воу, как я так? Вот как-то так. А у нас есть ключ же. Да-да, в золотую пойдем. В золотую. Я же еще не ходил в золотую. У меня пол хп. Короче, чувствую, мы проиграли. Ну, то есть, надо будет заново перезапускаться. Потому что... Вообще-то это хороший предмет. Квадрошот. Это же вообще круто. Блин, какие крутые предметы все-таки нам дали. Сможем ли мы с ними пройти? Может, и сможем. Давай, убили. Тирс. Спит и вот это. Аккуратно.
Хватит, бомба. Пипец. Да, идите нахер. Плохо дело, что тут скажешь? Плохо дело. Ну, мы можем еще выжить, у нас одно сердечко. Не получилось у нас нормально повоевать, конечно. Смотрите, вот этот раз полностью... Она вообще дает рандомно, да, как бы эффект. Тут вот этот раз всю карту нам открыла. Ну, прикольно. Так, ну туда мы явно не пойдем. Смотрите, как далеко стали лететь патроны. Это вообще хорошо стало, прям очень хорошо. Силы, конечно, нам особо не прибавило. Мощи-то ведь нету. Как была. Как были слабаком, так и остались. Ну какой вообще, вот это прям отменно, отменно, прикольненько получилось. Так, куда нам там? Непонятно куда. Ну пойдемте наверх. О. Неизвестно, что это. Очки, которые заставляют видеть будущее. Страшное и трагичное. Забираем. Так, ну мы теперь сможем, я так понимаю, секретки же видеть, да? Разве нет? Походу второй раз эффект никакой не появится, да? Хотя нет, смотрите, нам вроде открыли теперь, что есть магазин и есть секрет, ну как бы комната для челленджа. Значит, каждый раз какой-то... Ага, ага, я слышу звук этот. Он мне знаком, вот он. Это по-любому будет жемчужинка. Ну вот я уверен, что это жемчужинка. Ну давайте возьмем. А, нет, ты... О, петля! Так это вообще какие-то... Да, прям, ой, только спасибо, игра. Ты прям вообще благороднейшая из благороднейших и благородных. Она просто нам сказала... На, Стася, на. Нет, для тебя. Ничего не жалко, родимый. Я не побрезговал и взял. Что такое? Вау! Да ну, давайте возьмем. Пауки и пилюльки. Так, пилюльки. Bombs are key. Теперь у меня 99 бомб. Relax. Это было забавно. Получается, когда двигаешься, он какает много, да? Так, у меня есть 3 сердечки. Можно взять, в принципе, котячью лапку. На всякий случай. Хотя вот эта книга прикольная, она нам карту открывает. Бомбы-то получше будут, правильно? Много бомб лучше, чем... О, за 7 я возьму. Не знаю, что это. Так, электрическая штука перезаряжать нам будет нашу... наш активный предмет. Быстрее, я так понимаю, да, будем перезаряжаться? Пауки, до свидания. Бежим! Кто здесь? Да мага бы побольше. Хотя 5,2 это тоже неплохо. Но я имею в виду, что у нас слишком медленно летят патроны. Их мало, они медленно летят. И как бы я не знаю, и это эффективно ли. Но зато мы столько всего нахватали вкусного, смотрите. У нас теперь есть и полет, и... пилот, и все есть, и квадрошот. Блин.
А то ж простой босс. Амари, что ты даешь мне? Демоген рейндж. Что-то ДМГ-то я не увидел. А, ну да, там красные пульки, да, только ДМГ дают. Ну давайте погнали дальше. Сатана, не жмотничай, появись. Дай сразу мне артефакт мега крутой. О, воу, как-то я случайно вас чуть не вперся. На разгоне-то. Ой, отлично, красное сердечко. И Джокер, и к Джокеру сразу. Джокер. А, мол, супер сатаны были, я не пойду, да? Были же у Лазаря? Да, Лазаря мы проходили супер сатану. Ну и смысл как бы нам идти, не хочу. Набрали всего прям вкуснейшего. Фью. Давай, получи. На, мой супер мега, ой. Давайте залетим. Жалко, что ничего не получили. Угу. Уворачивайся. Муха, это последняя. Что тут? Монетки. Хоп-хоп-хоп. И на выход. Да ладно, ты чё, пожалел, что ли, чтоб я там вышел? Типа нет, это не по правилам, ты должен выйти через дверь. Не смей так больше делать. А здесь что? Бомбы. Как-то скучно. Вау, какой ты быстрый. Эй, мистер. На домашке сидит моей крови. Я налью вам побольше. Хе-хе-хе-хе. Давай, вылазь, следующий! А, прям в мою лужу моей крови. Я не люблю, он жирный. Ой! Золотистое сердечечко мы получили. Да нифига полезного. Наверх. Неудачники. Неудачники. Мы еще раз прожмем. Что у нас тут? Два ключа надо? Раз, два. Залетели. О, мальчуган, привет! Что у тебя есть? А, ну ты обычный шторг, это, мы тебя взорвем, вот что мы сделаем. Бам! Прости, мальчуган. Сегодня не твой день. Побыстрее, побольше бы, конечно, выстрела. Ну понятно, что квадрошот это. Квадрошот. Тут нету с крестиком, я не вижу. Воу-воу! А, ну да, сердечко же. Походу его и стоило потерять, да? Магазин. Зин-зин. 38 монет у нас, ребят. Давайте купим что-нибудь. Давайте купим вот эту штуку, ладно уж. А, ну и все, больше брать-то нечем. Выходим. И как это будет выглядеть? Па-па-пау! Вот это плотничком! Это же мега-дамаг! Это вообще мега-мега-дамаг! Вы представляете, что сейчас будет происходить? Что за экшен-мэкшен? Да-да, я покажу ребятам, что... Да-да, я показать! А если у меня какой-нибудь будет... мега-супер-выстрел? Ну, типа там...
лучу лазера или еще что-нибудь. Я же буду вообще разрывакис устраивать. Что ты думаешь? Можешь меня попасть? Хотя ты можешь, я знаю. Так, смотрите, у меня есть соска. Давайте соску возьмем. Соска все-таки получше будет. Да, мы тут все собрали. Полетели отсюда. А, можно было в суперсекретку сходить, да? Мы где-то, кстати, ее не увидели. Странно, как ее так не заметил, пропустил. Вообще нормально, смотрите, все очень хорошо. Летим. Смотрим, где босс. Босс налево, магазин вниз. Ну, ладно, забьем на магазин, идем на босса. Так, бомбы мне не нужны. А, ну тут получается по-другому, ты и не пройдешь, походу, там есть проход. Да? Ладно, не верю, что в этой коробке может быть что-то путное. Нам куда-то, походу, вниз надо топать. И налево. Еле вернулся. Не очень предмет. Так, теперь вниз, да? О, как я так? Они дважды. Козлина, да как ты в меня попала-то? Три раза попала. Вот тварь паскудная. Так, можно теперь придется в магазин топать. О, да ну! Она просто 10 бомб, да, дает? The High Priestess. О, возьмем. Я рассчитывал вообще-то на синенькие сердца, но их здесь не было. А, плевать на то. А, все равно не успели. На супер комнату эту. В дрочливую комнату. Где будет куча боссов. Так, а вот я что-то не помню за ожерелье. Ну, мне бы орбиталочку. Ну да ладно. Range Unlucky, да? Лучше бы я орбиталку взял. Но там как-то по-другому было не проскочить. Я там, получается, по краю это было и не пройти. Там можно было упасть и пройти просто тупо не забрать с собой ничего. И уйти. Фига. Это было круто. Опа, еще раз. А еще раз. Не, больше ничего не покажет. Получается, два раза делаешь, показывай полностью всю карту. Но только единственное, вот сюда секреток я не вижу. Да иди ты. Нахрен. Так, залетим. А это что такое? Это что такое? Протект. Оу. И что это будет делать? Какая-то защита для меня. Сердечко. Она вроде не дамажит. Ну сейчас посмотрим, что она делает. Может, она пульки отбивает? Ай, ладно, одну монетку не взял. Ничего страшного. О, вот это хорошая вещь. Ха-ха-ха, натыкали. Не, ну можно, в принципе, с собой забрать. У нас будет... мы сейчас все равно уже никуда не торопимся. Куда нам тут торопиться? Хотя на хэша можно попасть. Вторично, да, попробовать? Пройти его. Да как ты меня задела, тварь? Вот тварь, вот тварь.
Так, ты что? Так, не туда. Да давай. Да твою, а! Что тут все меняется? Сраное проклятие. А что делает этот круг? А, он отбивает их. Временами. Не всегда, но отбивает, да? Так, можно с собой вот это взять. Муха. Так, магазин. Берем. Синенькое сердечко. Берем. И бежим. Но я все равно, наверное, не успею. Но хотя посмотрим. Сейчас мамаша же, да, будет? Или нет, сейчас еще не мама. По-моему, нет, еще не мама. Сейчас будет обычный чувак, потом только. Блин, ладно, не берем. Нет времени. Крестик. Нету. Нет, маманя. Причем красный. Да как так-то? Я за красного пола теперь не вижу ни шиша. Давай. Да вот тварь. Так, мне надо идти к сатане. Я точно помню. Погнали. Так, 24 минуты. Прожали World. О, далеко. Так, как сможем пройти? Давайте вниз. Забегай, забегай. Воу-воу, а так от чего это там? Откуда там появилась бомба? Ой, еще World. Так, как сейчас лучше пойти? Прямо, прямо. Потом вверх и вверх. Ой. А такую комнату я люблю. Так, вверх. Почему не всегда? Ну, походу, не всегда отбивает, да? Да. Убьешь ты ее, нет? Где? Да где? Проход-то здесь, да? Вижу, 20. Да, зайди ты в дверь! Побежали, побежали. Не, мы, кстати, успеем, ребят. Вот что-что мы успеем. Я аж прям замолчал, потому что тороплюсь. Но мы должны успеть. Потому что 25 минут на 5 минут для того, чтобы убить сердце. Я возьму, пожалуй, орбиталку. Потому что на эту вот штуку вообще надежд никаких. Давай, давай. Ах ты говно.
еще накручивать, небось, начнешь, да? Отлично! Уходим. И на выход. Так, смотрите, мы сейчас прожимаем World, ломимся просто тупо к нему. И все, и пробуем еще раз, вторично. Давайте я прожимаю, смотрим, где выход, где босс. Босс наверху. Как раз нам сейчас туда. Зачем монетка мне нужна? Не знаю. Ой-ой. Да какого... Шаражна, ты лезешь. Так, 27. Что тут? Две бомбы, уходим. Сердце. Пипец. Так, нам надо к этому, да, идти. Ну, короче, погнали. К Хэшу сейчас идем. Хэш, я к тебе! У нас куча ключей, мы сейчас можем там нормально набрать. Вторая попыточка, ребята, второй раз прошли до Хэша. И опять же за Лазаря. Лазарь прям неупалимый, неумолимый Хэш-убиватель, по-моему, какой-то. Рекламодатель. И попа-разрыватель. Так, ну посмотрим сейчас. О, смотрите, еще синенькое сердечко. Надеюсь, в этот раз будет получше. Хотя дамага, мне кажется, у нас намного меньше, чем в прошлый раз у нас было. Но посмотрим, может быть, здесь что-то... Во-во-во, вот это прям вообще прям 100% наше. Еще дамаг. Протект. Либо си... Вот это вот, кстати, страшный выбор. Почему? Объясню. Протект, конечно, хорошо. Будем отбивать эти выстрелы. Но вот эта штука, по-моему, при получении урона может дать нам синее сердце. А вот... Или нет? Так, секундочку, тогда я посмотрю. Так. Ну, однозначно муха, короче. А все лишь потому, что эта вот штука, она действует. О, какая мне здоровенная муха. Я забыл, что я же взял Best Friend Forever. Почему я взял именно муху? Потому что та штука, она действует всего один раз за комнату. То есть у нас пол сердца остается, она дает нам одно сердце синее. Есть шанс получить. Так, ну что? Остальное солью. А, понятно. Так, ну что, прожмем, пожалуй, наверное, да, сразу или нет? Или оставим книгу? Давайте сразу прожмем. Погнали. Ну я тут что-то затарился прям плотничком, по-моему, да? Открывайте мне ворота, я иду. Ну сейчас мы дадим. Хотя вот я говорю, по мне так дамага у нас поменьше, чем было, потому что в прошлый раз была Гапи, а Гапи это же вообще рвань. Давай, выходи. Ну, а почему ты не отбиваешь его патрончики, а? Почему? А пью-пью-пью, прям в него. Прям на ровно такой же дамаг этой скотине, как он мне бьет. На, ему в рожу. Давай еще, еще. Но она редко отбивает, конечно. Редко, но метко. Но, кстати, отбила. Я. Ой, как мы там что-то ему накидываем. Главное, накидываем, неважно сколько. Тут все дело в накидывании. Накидывай посильнее, и будет тебе счастье. А, они просто мимо пролетают, я не знал.
Я не знал, что мухи могут, они просто мимо пролетают. Типа, он не обязательно их убивать даже. Я думал, они будут летать, мне мучить, меня будут мучить. Издеваться надо мной, над бедным маленьким. А мне кажется, нет, просто... Так, типа, для виду. Опа. Обратно, обратно, обратно! Вот-вот, нормально. Это еще будет что-то страшное. Нет, синенькие вот эти? Там очень опасно выглядели. Давай, Хэш, вылазь! Тяпни вот этого вот раствора адового. О-о-о, попал! Опять попал, да, получается? Подлейший. А не должен был. Ну как хорошо ты стреляешь прям. Чётенько прям. Опять начинает. Хренопень это ваше. Вот, я смотрю, тоже могёшь, да? Давай, накидывай, накидывай! О, он уже двигаться начал, на меня атакует! Ты с ума что ли сошел, тварина? А походу надо вот эти все пупырышки уничтожить. Прям вообще ты борзеешь. Не смей стрелять! Как мы в него, как мы в него, а? Как мы в него, как мы в тебя, а? Как? Вот так и эдак. Смотрите, он прям такой, прям опасный. Че такой опасный-то? Че такой дерзкий, а? Смотрите, мы его почти убили, ребята. О, пошла жара. Я даже прожму вот смерть, чтобы всех убить. Рот тебе, чтоб порвало. От твоего напряжения. Вот это сейчас пойдет, наверное, вообще таз, да? Какой-то, я не знаю, что-то началось. Со всех сторон летит. Летит и облетает нас. Мы почти убили его, ребята, мы почти его убили. Но я чувствую, что мы победим. Мы уже не проиграем, я думаю. Нельзя столько урона сейчас словить нам. Столько, сколько он был, ну, должен нас убить. Это просто нереально. Да, детка! Посмотрите мое радостное лицо. Смотрите, улыбается мальчишка наш. Улыбается, он улыбается. Он же улыбается. Сплакнул немножко даже. Подождите, божечка, сплакнул. Так, ребят, подождите. Давайте посмотрим. Сейчас-то чё? Я прошел его, это конец игры, типа того, да? Это типа конец игры, да? Это типа я не могу сейчас пойти там, давать, надавать по роже другим, да? Мне надо все, я заканчиваю, типа. А я не могу уйти в другое место. Не обязательно тут надо закончить. А я хотел так пойти сатане навалять. Ну, сатана, тебе повезло, собака. Тут нет нигде прохода вниз. Может, если я взорву все вот эти камни, может, там будет где-то проход вниз? Опа! 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 Давайте проверим, а вдруг есть? Такое же может быть в камнях там лежать проход вниз. Прохода нет. Ну, походу, все тогда, ребят. Че, мы отыграли? Ну, блин, все равно круто. Мы прошли его. Ребята, мы прошли. Я первый раз прошел Хэша. Миссинг! Меня потеряли. А я-то по-настоящему в коробке сижу. Думаю, что всех обманул, а сам-то в коробке. Мама не думает, ну, сынок-то, ну, дебил, а? Ну, дебил. Я что, там умер, что ли? Да сколько я ж там сидел-то, а что у меня даже... Я ж до костей просто. Может, я всегда там жил? Может, мне и не было никогда в живых? Потому что сколько надо сидеть в коробке, чтобы до костей? Это ж пипец. Сколько лет? А вонь-то там должна стоять? Пипец какая. О, это кто такой? Ты кто? Темный дьявол. Святое подлейшество. Ну блин, круто!
Осилили его! Да! Нам дальше дали что-то. Что нам дали? Какой-то значок какой-то непонятный. Дали медаль. Я уверен, это медаль наверняка. Медаль за наше старание. Ну что, ребят, прошел я впервые за свою жизнь. Прошел, даже всплакнул в конце слегка. Прошли мы за Лазаря, хотя я всегда считал его не очень хорошим персонажем, а оказывается, смотрите, мы затащили за него, именно взяли первого хэджа. Молодец, Лазарь. А в следующий раз пойдем куда-нибудь в Гритмод, наверное. Повеселимся какими другими персонажами. У нас много еще кто в Грит не проходил. Вот Магдалена, например, ей пойдем, наверное. Или Иудой. Или вот вопросиком. Самсон тоже не было. Да нафига народа не было. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось. Мне безумно очень понравилось. Было круто. Можно было прям видеть. Не, как бы вам-то нельзя было видеть, конечно. Но я-то ощущал, как у меня улыбка растягивается по лицу. И слезы текут по моим щекам. Я такой радостный. Вот так вот. Надеюсь, вам тоже это понравилось. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я всех вас крепко обнимаю, дорогие мои. Крепко. Целую, люблю, увидимся в новых прохождениях. Всем пока.